На заседании комиссии по местному самоуправлению Магаданской городской думы был рассмотрен один, но важный вопрос. Депутаты по представлению Министерства внутренней информационной и молодежной политики региона начали рассмотрение изменений в положении о ежегодном отчете мэра. Мы хотим, чтобы, то есть мэр, он тоже был защищен. Это не какая-то такая веревка, за которую дергать. У нас получилось так, что вот предыдущий отчет мэра, да, если мы уходим в небольшую историю, он мог рассматриваться просто простым большинством. То есть 11 человек из 20 человек могли принять решение, и буквально 2 человека воздержалось, и отчет не принят. Да. В предлагаемом варианте положение о ежегодном отчете мэра предполагается необходимость присутствия уже 2/3 от депутатского корпуса. Это 14 человек и дополнительная гарантия объективности и всестороннего рассмотрения отчета. Итогом должна стать та или иная, но конкретная депутатская оценка.